Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Ребята, вот очень многие, особенно в Твиттере, задают, русские я имею в виду, русские задают вопрос украинцам, почему вы нам не сочувствуете. Я в, данном, в, данной ситуации говорю о тех русских, которые выступают против Путина, тех, которые за Навального, тех, которые за, не знаю, там, телеканал Дождь, тех, кто с Латыниной, или как ее, Латуниной, точно не помню, э -э, Агадамовым или Адагамовым, как его, тоже не помню, но не столь важно. Вот э, кто вот находится в оппозиции Путина и хочет строить э, прекрасную Россию будущего, вот какая, которая будет такой хорошей, такой прекрасной, ну просто вот, просто вот слов нет, какой она прекрасной будет, да. А, украинцы такие всякие, их не понимают и обижают, и как, кстати, и латыши, и литовцы, и эстонцы, все такие плохие, бяки, закаляки, не хотят их понять, простить и, и, вообще любить. Давайте я вам отвечу, у нас просто с вами разные цели принципиально. Смотрите, мы, вы, конечно, можете сколько угодно строить свою прекрасную супер Россию, супер будущего, но исторический опыт вашей страны, которая, кстати, называется совсем не Россия, а Московия, Татария, Тартария или Моксель, так вот опыт этой страны, которая уже сколько лет, уже, наверное, 600, наверное, да? Ну, если считать вас, по крайней мере, с того момента, когда Москва стала хоть каким-то городом в веке, в 16 да, ну, пускай вам там 400-500 лет, неважно. Вашей стране, так называемой. Так вот, э, в ней никогда не было правителей, ни ублюдков. Вот извините меня за это слово. Э, нехорошее такое, да. Но вот все, как один, были уроды. Давайте скажем, вместо ублюдка уроды, да. Вот все были такие правители, все гад на гаде. Скажем так: маньяк на гаде и вурдалаком погоняет. Любой! Вот кого ни копни, ни одного, не то, что нормального, а ни одного хотя бы у кого. Козей морды не было, понимаете, чтобы просто ну хоть ну хоть что-то в нем человеческое было, человеческое было, вообще ничего. Сатана на сатане. И к чему я веду? Вот если вы за 500 или там 600 лет вашей истории не удосужились э, хотя бы иметь одного нормального правителя, то у вас уже, наверное, его до конца вашей страны и не будет никогда. Поэтому никакой э, а у вас все зависит от правителя. Ну так вот страна скроена ваша, да, она абсолютно демократичная, абсолютно не имеет значения, что там выбирают, не выбирают. У вас выборов никогда в жизни не было, ни одних. Может, одни, когда Ельцина избрали. Да, вот то были одни выборы на всю вашу длительную историю. Или относительно длительную. Вот. То... У вас все зависит от одного человека, от одного правителя, от одного мудака, просто ну, от одного вампира или вурдалака. Да? И после Путина все равно будет вурдалок, поверьте мне. Ну не будет нормально у вас никогда в жизни. Вот так сложилось в вашей стране, ее, ее нельзя поменять, увы ах. Поэтому поддерживать вас в построении прекрасной России будущего мы просто не можем. Ввиду того, что такой России никогда в жизни не будет. У нас с вами разная цель. Наша цель, чтобы России не было вообще. России, чтобы была Московия, чтобы, мы хотим, чтобы она просто не существовала, Россия ваша, не существовала в том виде, в котором она существует сейчас. Да? Я хочу, чтобы все республики, которые она завоевала в свое время, получили независимость. От Ингушетии, Чечни, Дагестана, до Башкирии, Бурятии, Якутии и так далее, и так далее. Чтобы Калининградская область вернулась домой, Кенисберг. Чтобы Сахалин вернулся в Японию, как и Курильские острова чтобы Кубань вернулась в Украину. Вот это будет справедливо, да? А потом вот то, что останется после этого. Карелия, это, естественно, Финляндия. Я не знаю там по коме, куда они хотят. Но вот Карелия, это Финляндия. По крайней мере, по старым финским границам. И так далее. Вот чего хотим мы. Мы хотим, чтобы никакой такой прекрасной, непрекрасной России тупо не было. Потому что даже для того же Нальвального Крым не бутерброд, понимаете. И мы этого никогда не забудем. И все остальные ваши прекрасно духи, вот эти вот, как там его там, Яшину сейчас сколько там, 8 или 9 лет дали, не столь важно, не суть важно Он когда, вот предположим, что условный ваш Илья Яшин, кажется, да, становится предводителем у вас там, потому что президента у вас нет, ввиду отсутствия выборов, вот становится он у вас предводителем, верховным вождем скрепных командчей, он моментально станет Путиным 2. Вот вот так это будет. Увы и ах, по-другому не будет. Поэтому мы не хотим, чтобы этого было в принципе. Мы хотим, чтобы была отдельно Московия, отдельно все остальное. Вот, к Московии мы выкатим претензии на триллион долларов. И она будет платить. Вот, собственно, и все. Вот такой вот нас вариант развития событий устраивает. Чтобы ваша страна трансформировалась не только в плане того, что там будет другой президент, точнее, другой предводитель, командчик, чтобы она трансформировала стран в 20, а лучше в 50. Они будут не опасны ни людям, ни себе. Соответственно, они будут заняты налаживанием каких-то взаимоотношений друг с другом и не будут угрожать всей земле исчезновением. Само собой разумеется, что эта прекрасная Россия будущее или то, что от нее останется, должно быть денацифицировано, должно быть демилитаризовано, и должно быть безъядерным. Вот собственно говоря и все. И вообще, с моей точки зрения, и я думаю, что любой украинец меня поддержит в этом плане. Вот в том, в тех государствах, которые будут от границы с нормальной, с нормальной Европой. И аж до Урала не должно быть ни одного военного, ни одного солдата. Там должны быть полицейские силы, которые поддерживают порядок среди туземцев. Вот если вы за такой вариант развития событий, мы вас с удовольствием поддержим. А если вы за какой-то другой вариант развития событий, ну нам просто в разные стороны, тогда и не ждите поддержки. Привет из Киева.